Накануне мартовских праздников многие отправляются в столицу России. И очень часто жители республики путешествуют поездом. Так что в предпраздничные и праздничные дни спрос на поездки железнодорожным транспортом растет. Чтобы все желающие могли отправиться в путь без проблем, из Чебоксар в столицу России и обратно пойдут дополнительные поезда. Поезд «Москва-Чебоксары» отправляется из столицы нашей Родины 7 и 22 марта в 23:38. В Чебоксары дополнительный рейс назначен на 10 и 23 марта. Еще один состав в Москву отправляется 7 и 11 марта в 0 часов 20 минут. Возвращается 8 и 12 марта.